Главная цель смотра конкурса по комплексному благоустройству, который ежегодно организовывает администрация Ленинского района города, внести свой вклад в облик района, каждого жилого двора, ближайшего парка или аллеи, водоема или реки, школы или детского сада. Всего 5 номинаций и порядка 50 претендентов на победу. Первое место среди предприятий промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства присуждено сотрудникам Бреста газоаппарата. Так как наше предприятие довольно финансово сильно, поэтому мы всегда участвуем в таких конкурсах и стараемся по максимуму свой вклад в это дело вносить. Ну, не все от нас, конечно, зависит. У нас есть наблюдательный совет, через который все эти решения должны проходить, в принципе. Но все, что возможно для города, для благоустройства, мы, конечно, делаем. Ну и будем делать в дальнейшем. Второе место в этой же номинации у представителей предприятия «Брест-Водоканал». Они не только обеспечивают Брест чистой водой, но и стараются сделать город красивее. Работники принимают постоянно активное участие в благоустройстве, как и прилегающие территории вокруг наших объектов, так и сам город. Поэтому даже вот этот городской сад, который благоустраивали, в том числе и работники Брест-Водоканала, выглядит сейчас замечательно, красиво и радует жителей и гостей города. Среди учреждений здравоохранения был отмечен коллектив лечебно-консультативной поликлиники. За первое место – диплом и денежный приз. Благодарственным письмом за участие в конкурсе также была отмечена и городская больница скорой помощи. Первое место в номинации среди учреждений образования присуждено сразу двум заведениям – 20-му яслисаду и 17-й школе. Мы очень рады, что мы получили высокую оценку в рамках конкурса по благоустройству города. Но и помимо этого мы всегда занимаемся благоустройством нашей школы, мы ее любим. Здесь живут наши дети, мы живем. Все это делается для населения, для детей, для воспитания эстетического. Личный вклад в благоустройство района внесли сотрудники предприятий, организации, учителя и медики, просто неравнодушные к внешнему облику своего двора и улицы жители. К слову, в администрации отметили даже тех, кто явно хотел остаться незамеченным. Нам сегодня приятно отметить наше жилищно-коммунальное хозяйство. Ну, видите, какой городской сад. Ну, приятно зайти туда. Но, к сожалению, документов нет никаких. Но я принял решение, мы их тоже отметим. И таких несколько организаций, которые, даже не подав достаточное количество тех документов, фотографий и так далее всего, мы видим, мы оценили их вклад. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.